нашего города. Издание «Петербургский дневник» и звуковое шоу «Поющие мосты». Принято. Внимание, разводка. Это противовес, он противовес короб, наполненный свинцом бетоном. Во время подъема крыла хвостовая часть вместе с противовесом она опускается вниз. Основное плечо мы видим со стороны. Военные корабли, которые посвящены, не так близко в этом году их поставили. Раньше погодили. Ну, у вас в Питере ДАС, это просто. У Невы 11 километров. Все, мост развелся. Идти как быстро. Вот две секции пульта, вот эти крайние, вот визуально даже видно, что они абсолютно одинаковые. Это два контура управления, независимых друг от друга, с абсолютно одинаковым набором оборудования. Вышел один из контуров управления из строя по какой-то причине. Разбираться не будем. Мы должны сделать свою, ну, выполнить задачу. Разводные мосты – это главные объекты транспортной инфраструктуры. По ним днем ездят дороги, прогуливаются пешеходы, а ночью это важная артерия, через которую проходят торговые суда. У нас разводка мостов осуществляется не просто для туристов, для красоты. Первые графики разводки мостов появились уже в середине 18 века, и потихоньку этот график, например, разводки мостов, не менялся с тех времен. Система распределенного звука позволяет слышать ту музыку, которая воспроизводится во время ночного шоу, во время разведения моста, одинаково хорошо для аудитории, которая находится, например, на этой точке или на точке через Дворцовый мост. А основной смысл проекта «Поющие мосты» – это симфоническая музыка, это музыка без слов. И что очень важно, что это музыка петербургских композиторов. Конечно, многие те, кто в этот момент здесь гуляют или катаются на корабликах, хотят поймать этот момент и услышать эту музыку особенно хорошо. Thank you.
замечательное ощущение. Очень красиво, вот вообще, я не знаю, душа радуется. Мне очень нравится. Очень шикарное, конечно, шоу. Вообще там красиво, необычно. Особенно для нас. Я на другой берег попарился искать людей, у знакомых кругом.